Всероссийский марафон донорства костного мозга «Давай вступай» пришел в Барнаул. Сегодня сотни жителей города вступили в ряды доноров. Первый раз, когда нам сказали, что есть такая возможность сдать и стать, возможно, донором костного мозга, не раздумывая, сразу решил пойти. Почему бы и нет? Возможно, если я кому-то помогу, для меня это будет какой-то своей личной победой. Прежде всего, это спасет пациентов с онкозаболеваниями крови, острые лейкозы, лимфомы. В настоящее время, вот за 23-й год, уже получили пересадку 19 человек, из них 12 взрослых, остальные дети. Конечно, нуждающихся на порядке выше. Я могу смело сказать, что это как минимум 100 человек в Алтайском крае, которые нуждаются остро в данной процедуре. Некоторые из них будут нуждаться в ближайшее время. То есть для них это вопрос жизни и смерти. 100 человек ежегодно, и родственники не всегда могут быть донорами. Процедура подбора – работа серьезная. Поэтому год назад был создан Федеральный регистр костного мозга. Сегодня в нем 205 тысяч человек, однако необходимо не менее 500 тысяч. Записаться в ряды доноров костного мозга может любой желающий. Прийти в центр крови, заполнить анкету, сдать 3 мл крови и стать потенциальным спасателем чьей-то жизни. Кстати, специалисты центра крови развеяли миф о страшной процедуре забора. Процедура, на самом деле, на сегодняшний день очень простая и совершенно безболезненная для донора. Это берется венозная кровь, это не делается никакая пункция костного мозга. Человека подключают к определенному аппарату, и через этот аппарат, значит, его циркулирует его кровь. То есть длится эта процедура около 4 часов. Предпочтительны доноры в возрасте от 18 до 45 лет. Важно, чтобы выбор был осознанным. Привлечь таких людей в 72 городах России – цель марафона донорства костного мозга «Давай вступай». Кстати, Артем Алискеров, амбассадор донорства костного мозга, в каждом городе пробегает 42-километровый мономарафон. Проект, да, действительно инициатива наша с Артемом. Мы придумали ее, грубо говоря, в аэропорту на коленках в Шереметьево. Вот потом он оброс вот эти большой, приобрел всероссийский масштаб. Мы стремимся, чтобы регистр был большой по численности, б разнообразный по набору генотипа. Марафон донорства продлится 71 день, а завершится 10 ноября в Архангельске. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, «День с толком».